Прошлый понедельник, 20 января, стал кадровым в вооруженных силах Беларуси. Андрей Равков сменил кресло министра обороны на должность председателя Совета безопасности. А вместо него возглавлять силовое ведомство был назначен генерал-майор Виктор Хренин, который с 2015 года и до этого момента был командующим войсками Западного оперативного командования. С офицерами ЗОКа встретился новый министр обороны во время рабочего визита в Гродно. Это была одна из его первых поездок в новом качестве. Во время встречи с офицерами, которые служат в Западном оперативном командовании, министр обороны поблагодарил их за совместную службу и подчеркнул, что всегда придавал большое значение работе в команде, а также выразил надежду на то, что этот принцип и дальше будет помогать военнослужащим безупречно выполнять поставленные перед ними задачи. После разговора состоялась церемония прощания со знаменем командования. Это особый ритуал военнослужащих вооруженных сил Беларуси.